Сегодня в столице республики прошел семинар в сфере финансовой грамотности. Темой разговора стало страхование вкладов. Напомним, недавно Центробанк отозвал лицензию у Мегаполиса, так что актуальнее примера трудно было найти. Спикер, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о причинах закрытия банка, о механизме выплат, дал рекомендации предпринимателям, вклады которых превышают сумму страхового возмещения. Создать комитет кредиторов и четко отслеживать действия конкурсного управляющего, помогать ему. Важный момент – найти ресурсы для пополнения конкурсной массы в целях скорейшего погашения обязательств перед вкладчиками. Банк-агент Сбербанк. Через него пройдут выплаты страхового возмещения до 1 миллиарда 400 миллионов рублей лицам, пострадавшим от банкротства Мегаполиса.